Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Знаки зодиака, чья жизнь перевернется этой осенью. Каждый человек мечтает о чем-либо. Одни мечтают о новой квартире, машине, другие хотели бы поменять место работы. А есть и такие, которые никак не могут найти время или возможность просто отправиться на отдых. Нескольким знакам повезло, и звезды предрекают резкое изменение в жизни этой осенью. Возможно, именно сейчас все их мечты станут реальностью. На первом месте идут овны. На протяжении всего года страдали и чувствовали упадок сил. Осень дает им возможность наконец изменить свою жизнь и обрести комфорт и уверенность. Это самое волшебное время, полное ярких красок, которые мобилизуют все внутренние ресурсы человека. Именно поэтому овнам не удастся жалеть себя, на это попросту не будет времени. Звезды подбросят им возможность реализовать самую заветную мечту. Но для этого им придется трудиться в поте лица. Еще один знак, жизнь которого изменится кардинально – это Телец. В отличие от многих других, представители этого знака ждут приятные хлопоты в любовной сфере. Одиноким Тельцам представится возможность повстречать свою судьбу именно осенью. Если же в личной жизни и так все прекрасно, то дело дойдет до свадьбы. По мнению специалистов, Тельцам лишь нужно быть уверенными в себе, в своих чувствах, а также в своей половинке. И только тогда назначать дату самого главного события в жизни. На третьем идут львы. Не секрет, что они одни из самых старательных и упорных знаков, которые всегда идут к своей цели. Этой осенью, а особенно в первый ее месяц, им улыбнется удача, все усилия будут вознаграждены. Представители знака смогут отправиться в длительное путешествие, о котором давно мечтали. Кроме душевного равновесия, в поездке есть возможность встретить влиятельного человека, который в дальнейшем поможет в будущем. Даже на отдыхе не стоит забывать о делах, так как звезды будут благосклонны ко львам. Стрельцам осень принесет много приятных хлопот, а жизнь будет полна значимыми событиями. Однако, что именно это будет, стрельцы узнают позднее, так как каждый человек мечтает о разном. Люди этого знака должны набраться терпения и быть уверенными в том, что делают. В этом случае планеты будут к ним благосклонны. Стрельцы смогут разобраться в старых делах и нерешенных вопросах. Ну и на последнем месте у нас идут водолеи. Это еще один знак, которому улыбнется удача в осеннее время. С началом сентября в жизни этого знака многое изменится. Водолей сможет наладить отношения с людьми, с которыми были противоречия. Также есть реальная возможность поправить и свое материальное положение. В течение осенних месяцев есть возможность получить выгодные предложения. Осенняя пора даст возможность обрести уверенность, подарит море позитива и сюрпризов, а представителям знаков нужно лишь немного сосредоточиться на задуманном, и тогда все получится.